затаив дыхание. Мы прыгаем в пучину приключений. Опасный, жестокий мир уже ждет нас с распростертыми объятиями. Удачи! Эй, чего, уже стреляют? Я еще только начала. Что это вообще за чудо? Уже не важно. Какой-то боец. Зато мы нашли у него револьвер. Очень полезная штучка, одна из моих любимых в данной игре. С лазерным прицелом это вообще что-то. Хороший был пулемет. Вот именно что был. А здесь достаточно мрачно, хотя мне кажется, что еще не ночь. Просто начинается апокалипсис. Ларе надо поспешить, пока все не стало еще хуже. К тому же вон Крой, походу, уже одержим. Так что вон Крой это не вон Крой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Вон Крой опять доигрался с древними артефактами. Скорей! Все, спрятались. Но мне пришлось это сделать. Без этого просто никуда. Уже, правда, мертвые здесь. Да блин, надоели эти пулеметы. В темпе надо уезжать отсюда. Ай-яй-яй! Сколько крови они уже выпустили из нашей Лары. Здесь надо набрать разгон. Опс. Промазала. Еще раз попробуем. Да, все становится еще хуже. Теперь еще и небо потемнело. Жуткое местечко. Не Ракун-Сити, конечно, но... жуткое. Хотя я бы даже сказала, здесь более жутко, чем там. Не знаю, почему-то мне так кажется. Мне здесь как-то не по себе. Видишь, Лара, что ты наделала? Просто потому, что точно так же, как вон Крой, взяла то, что не для тебя положено. Ну ладно, все решим. Просто какую двойную работу она на себя взяла? Если бы все решалось так просто, что просто положить Анг на место, но нет. Взяла Анг, взяла на себя еще и даже не двойную, а тройную работу. Тут уже одним положи на место не обойдешься. Сейчас лазерный прицел мне пригодится на арбалете. И нужны мне взрывные стрелы. Где она? Вон. Где-то там была мишень. Бегом, 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 бегом. Я сейчас объясню, что произошло. Я сбила мишень. Вылетел хранитель льда. Я от него спряталась в воду. Сейчас вода заморожена. Я смогу перебраться на другую сторону. Хитрость. Большая хитрость. Вот так мне больше нравится. Легко и просто решается здесь все.
Хотя, по правде, застрять здесь все-таки можно. Наворачивать круги, пока не поймешь, что делать надо. Да, это на протяжении всего Tomb Raider может случиться. Где угодно. А кто это у нас тут спрятался, а? Секретик, ну конечно. Как же я могла мимо пройти? Этих патронов к УЗИ уже целая куча. Что ж в третьей части-то так много их не давали? Очень хорошо, что мы заблаговременно расстреляли того автоматчика-гранатометчика на крыше здания напротив. Они здесь все так и норовят с Ларой разобраться, хотя я не понимаю, я что сделала? Я ж фактически ничего не сделала, я просто приехала сюда. А это не наемники Вон Кроя, а почему они атакуют нас? Мне вот совершенно непонятно. Ну вот, допустим, Каир, да? Мы приехали. Приехала девушка. Девушка на мотоцикле. И по ней тут же открывают огонь. Что к чему? Что к чему-то? Они уже знают, что это знаменитая исследовательница и археолог Лара Крофт? Ну так а в чем причина-то по ней стрелять? Зачем им было стрелять по нам? Я вообще не понимаю. Что к чему это было и зачем? Просто потому, что так интереснее играть? Ну, извините, это не объясняет, почему нас местные атакуют. Они же не могут знать, что это мы виноваты в том, что вот так вот все произошло. Откуда им знать, что Анг был у нас? Какое-то время. Вот вон Крой, хитрый жук, а. Похитил друга Лары, чтобы заставить ее вернуть доспехи. И что значит вернуть доспехи? Это я сейчас оговорилась, ведь эти доспехи изначально Вон Крою не принадлежали. Как надо низко пасть, чтобы скатиться до шантажа? У Вон Кроя, походу, вообще не осталось ничего человеческого. И не просто потому, что на данный момент он одержим. Когда он писал эту записку, он одержим не был. А может и был. Как много опять информации для размышления. Так. Если Сет завладел умом Вернера, почему он с таким же успехом не мог завладеть умом Лары? Сейчас же доспехи у меня... Ах, ну да, точно. У Вернера много людей, уже нанятых им. Большая-большая охрана, большое влияние и возможности. У Лары хоть денег-то и много, но на данный момент она работает одна. Получается, если бы он завладел умом Лары, то ему пришлось бы воевать против Вернера с кучей-кучей народа. А с такой ситуацией способна справиться только Лара, разрулить ее. Но до чего здесь мрачно стало, совсем мрачно. Все еще с таким зеленоватым оттенком. Небо почернело. Еще скоро земля разверзнется, вот весело будет.
Прям сама веселуха. Мыша побежала. Одна единственная мыша. Или крыса. Кто-то из них. Помните крысы с первой части? Это вообще гиганты. Битва титанов. Если бы мы здесь не отодвинули труп солдата, мы бы сейчас здесь вылезти не смогли. Вон оно как. Дверь наверху открыта. Теперь нам к ней еще попасть нужно. Ну, это не сложно, конечно. Так-то, по идее. Но в этом городе очень легко заблудиться и потратить не один час. Стоп, нет, я что-то под пулеметы опять не хочу. Я лучше тем же путем, что и пришла, вернусь. Ну и хоть и пулеметы. Безопасность прежде всего. Поехали. Нет, стоп. Я лучше туда не поеду, я лучше туда пешком схожу. Пускай лучше мотоцикл остается здесь. Я впоследствии практически к нему и выпрыгну. Чтобы потом не возвращаться за ним и опять не давать круги. Схожу пешком. Вот здесь поднялась платформа. Да. Лабиринт. Вообще лабиринт. Хоть бери да карту рисуй. Вот. Это мы, значит, на крышу вылезаем. Сломанный пулемет. Знаю, что обстреливать он нас может быть и не будет. Но я его, пожалуй, сломаю. Лишним не будет. Вот так. А что это? Патроны к револьверу. Очень даже не зря я это сделала. Очень не зря. Ах, вон это те самые пулеметы, которые столько крови у нас выпили. Вон они на другой стороне стоят. Ну что, разнесло канистру? Вот так. Ни одного пулемета больше не осталось. А то ишь, чего удумали, а? Меня обстреливать, пока я абсолютно беспомощная. А, это просто аптечка. Я уж опять надеялась, что тут патроны к револьверу будут лежать. Все, ворота с уровня открыты. Можно уезжать, уходить. А, в общем, делать все, что хочу. Все, что запланировала. Нет, здесь слишком высоко, что-то я боюсь здесь спрыгивать. Я лучше вернусь к той крыше, где мы мотоцикл оставили. Здесь, по-моему, уж больно высоко.
А вот тут в самый раз. Нет, надо было мне по-другому сделать. Там же вон постамент к нише. Что-то я туплю. Все, я тут спокойно могу уже разъезжать. Тут достали эти пулеметы. Как будто мало мне проблем с вонкроем. Все становится совсем тяжко. И все-таки мне совершенно непонятно, почему они нас атакуют. Вот почему? Что именно я сделала? Уровень только начался, они начали нас обстреливать, но... Девушка просто приехала на мотоцикле в Каир, что такого? Если здесь опасно, можно было мне прокричать: «Эй, миледи, уходите отсюда, здесь опасно!» Зачем мне добавлять эту опасность, а? А если бы Лара была безоружная? Вот если бы была. 55, да, все секреты. Хватит, поехали. Хватит на месте стоять. Ай-яй-яй, да что такое? Со всех сторон обстрел опять. Вот ничего же не делали, да? Вот просто приехали. Ох уж эти люди, вот так и норовят напакостить. Вообще, я могла бы просто спокойно, да, пройти здесь и никакую войну не устраивать. Как будто у нас проблем мало. Это что такое? Гранатомет? Зачем? Он же у меня есть. Или типа, если не нашел, то находишь сейчас. Да ну... Я с этим гранатометом ходила еще по катакомбам в Александрии. А где я его нашла? По-моему, это в одном из секретов было. Ну да, иначе бы у нас гранатомета на тот момент не было. Сейчас даже немного скучаю по Александрии, но мне здесь нравится. Мне нравится в Каире, потому что... Здесь очень мрачно, такая мрачная атмосфера здесь. Видите эти гигантские ворота справа? Нет, сейчас уже их не показывает камера. Но они и справа, и слева от нас были. То есть те, через которые мы вошли, и те, через которые мы можем выйти. Вот эти ворота нам предстоит потом закрыть. Зачем? Будет видно. Вот, кстати, вот он и рычаг, который перекрывает входы и выходы из этого храма или не знаю, что это такое. В общем, из этой гигантской постройки. Совершенно непонятно, с какой целью это все построили. Жук уже внизу сидит. Нормально. Сторожит. Вообще изи секрет. Секрет совсем и не секретный. Ну где ты там жужжишь? Да уйди ты, жук! Вот ведь жук, а? Вот ведь жук. Да, припасов здесь не так уж и много, но ладно, достаточно. Нет, я так безопасно не спущусь. Оу! Вау! Ну, безопасно, это было безопасно. Вон они, впереди эти здоровые ворота. Волнительный уровень. С этого уровня мы можем перейти на два других еще. Вроде врата цитадели и...
траншеи. Я толком не помню название этих уровней. Но, в общем, здесь раздваивается локация. И сейчас я подготовлюсь изрядно, и мы будем стараться попасть к воротам цитадели. Вообще же изначально мы в Каир приехали для того, чтобы попасть в цитадель. Как Ларка узнает, куда идти надо, вот я не знаю. Вообще, по идее, город же большой, это просто локация такая. Здесь все изображено так, чтобы игроку было понятно, куда идти. Но вот на самом деле, откуда бы Лара знала, куда ей надо? Что-то ты медленно раскачиваешься. Чуть было не сигануло. Ты меня так больше не пугай, пожалуйста. Еще патрончики к револьверчику. Здорово, обожаю это оружие. И оно нам очень сильно пригодится впоследствии. Поэтому пока на пустяки тратить патроны не буду. Пусть лежит. Ой! Жук! Вот плохо, что этим мотоциклом давить нельзя врагов, как в предыдущих частях. Наехал на транспортном средстве и... Ну, почему-то автомобилем можно было давить, а мотоциклом нет. А, нет, можно, но не жуков. Точно, жуков только почему-то давить нельзя. Странно. Но жуки же тоже живые существа, их тоже можно задавить. Вот это, конечно, хорошо спрятался, секретик. Ну, нашли. В любом случае, нашли. Точно больше здесь ничего нет? Да, вроде бы точно. Вроде бы, возможно. Ясности не вносит совершенно. Больше здесь ничего нет, ладно. Пошли. Ой-ой. Бежать, бежать, бежать! Мы видели этого здоровяка? Он не позволит нам подняться по лестнице ни в коем случае. Как начнет бить этим своим молотом по земле. Лара с лестницы осыпается, как осенняя листва. Для этого здесь и предназначены эти двое ворот, чтобы мы закрыли его вот здесь, в этом храме, в этом здании. Я только подожду, когда он сюда придет, чтобы он снаружи не топтался. Вон он, идет, идет, идет! Здоровяк! Ну и здоровый он, а! Ой-ой. А вот здесь ведь лестница. Как бы он не постучал молотом, и мы не свалились обратно. Ой, как мне это не нравится. Только не стучи, я тебя прошу, я прошу тебя, не стучи! Хороший здоровяк.
Добрый здоровяк. Пропустил. Скорее закрываем. Закрываем в темпе. Вот это гигант. Двери-то закрываются не на постоянно. Поэтому надо быстро. Очень быстро. Перебираться на другую сторону опять. Езжать как можно скорее. Лара, быстрей, что ли? У нас время не безграничное. Так. Хоть что-то мы сделали правильно. Скорей! Заводи эту свою шарманку. А! Перепрыгнули. Давай, давай, давай! Что он еле передвигается? Бегом, бегом, бегом! Надо еще по лестнице успеть подняться. Такие круги наворачивать приходится. Раз, два, три. А, я слышу, как он топает. Небось сейчас придет. Давай скорей, ползи. Ползи, родная, ползи. Еще немного. Так, все, теперь у нас не стрясет. Хорошо. Фух. Это было не изи, но это было изи. Этот не атакует. Ради бога, что здесь произошло? Где все мои люди? Я наткнулась на нескольких. Они перекрывают выходы. Да. Да, это хорошо, очень. Ты должна помочь нам. Помочь. Освободить город. Я всего лишь хотела спросить дорогу. Мне нужно пробраться в цитадель. Это не очень хорошо. Это и есть то место, где оно пробудилось. Пробудилось? Когда небо потемнело, мы столкнулись с ним. Существо из далекого прошлого. Оно разметало моих людей, как ураган. Мне удалось подогнать к нему грузовик с боеприпасами, чтобы затем подорвать его. Но оно набросилось на нас с удвоенной силой и заставило отступить. Это было не в наших планах. Существо или не существо, сержант, я должна попасть в здание. У тебя сильный дух. Может... Отступая, мы заминировали некоторые улицы, чтобы остановить заражение. Двое моих людей все еще там, у северного кладбища. Один из них знает частоту радиоуправляемого детонатора, у другого есть коды к взрывному устройству. Если я найду их, скажи, что тебя послал сержант Азизас. Я слышал мотор твоего мотоцикла. Когда получишь коды, отвези меня на нем к грузовику. Я уберу его с пути. Но поспеши, мне недолго осталось. Ну можно же договориться с ними, ну можно, ну зачем меня было атаковать, а? А теперь я буду им помогать. Идем. Посмотрим, что там пробудилось. Вот вам и земля разверзлась. И оттуда выскочило вот это чудо. Ладно, на самом деле оно не такое страшное, как выглядит. По крайней мере, если я не попаду под огонь. Ха!
Как я его терпеть не могу все-таки, а? Такое отвратительное существо. Оно еще выпускает толпы саранчи. Плюс ко всему. Лучше бы я его не спровоцировала. Пока вроде тихо. Но это пока. Омерзительное создание. И почему оно такое здоровое, а? Ну да, вокруг вообще в принципе происходит что-то необъяснимое. Поэтому какой смысл сейчас задавать все эти вопросы? Симпатично. Первый, второй. Третий. Интересно, зачем все усложнять, если можно было просто-напросто нажать два рычага? Зачем все было усложнять настолько, что обязательно надо нажимать четыре? Ну да, здесь еще четвертый есть. Почему все это? Все эти сложности совершенно непонятно. Два рычага бы вполне хватило. Вот он, четвертый. Только написано не римскими цифрами. Просто палочками. Вторая плита отъехала. Чудно. Еще один рычаг. Все, теперь мы можем подняться. О, нет, вот только вот не она, вот только не саранча. И ведь не избавишься от нее никак. Этим-то мне в основном эти уровни и не нравятся. Только из-за этой саранчи. Хотя здесь так мрачно. Правда, очень мрачно. Почему-то ощущаю себя в Ракун-Сити. О, нет! И ведь сделать ничего нельзя. А, здоровье не убавилось. Значит, пока идет вот такая вот заставочка... Сколько бы они Лару ни жрали, все равно никакого урона не нанесут. Ой, блин, вот зачем вот эта мыша здесь? Вот зачем она тут? Можно было бы сейчас на другую сторону перепрыгнуть, но... Но! Да отстань! Мне нужно к колоколу. Прицелиться надо хорошо, прицелиться. Да отвали! Вот так вроде нормально. Так, все получилось? Все хорошо? Нет, не так. Надо было не так. Просто страшно руки отпускать. Вот так. Вот так хорошо. Вот так порядок. Довольно сложно достать этот секрет. Чуть не долетишь, и Лара в лепешку. Да блин, это мыша! Ну только дай мне спуститься. Назойливые, вроде бы и здоровья много не отнимают, а вот до того достают. Прям бесит. Ну где ты, крылатая? Все. И все проблемы решены.
О, нет. О, нет, 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 нет! Опять эта саранча. Каждый раз, наверное, буду подниматься вот здесь. И каждый раз она будет прилетать. Да чего назойливая. Что-то, Лара, в последнее время еле-еле раскачиваешься. Не знаешь почему? Ага! Опять по всяким крышам? Да по балконам скакать? Ну, нам не привыкать. Вот сейчас я вспомнила Венецию. Из второй части. Да, Лара, ты можешь просто стрелять, нет? Что такое? Никак не можешь прицелиться. Вот так. Вообще нам долго вот так ползти, нет? Там внизу вроде никакой пропасти нет, но вот обязательно вот эту процедуру провести нужно. Все это лазание по балконам. Зацепишься? Да, зацепилась. Нет, точно Венеция. Хотя какая Венеция? Это ж Каир. Просто уровни напомнили. Зацепишься. Да, ну вот я вот так и знала, вот прям... К гадалке не ходи, вот я знала, что это случится. Обязательно, если цепляешься руками, обязательно какая-нибудь дрянь прилетит и будет тебе жрать. Отстань! Какие они противные вообще! Что это за жуки такие? Совсем плохо дело здесь становится, раз таких тварей понаплодилось. Эх, Лара, вот что ты сделала, а? Вот что ты наделала? Благо, хоть исправляет теперь это все. Хотя могла бы отдать артефакты Вон Крою, а так как Вон Крой одержимый... Эх, и наворотили бы они дел! Хорошо, что Лара ответственная. И куда мы вышли? Что за музыка? Что за шум? Чуть не сорвались. Здесь пропасть. Однако. Мне нужно перебраться на правую сторону. Допрыгнем. Главное разбежаться хорошо. Чтоб в стенку спиной Лара не уперлась. Да, вот так. Вот так нормально. Но даже вот здесь жуки поджидают. Да что ж вам надо-то всем, а? Она даже больше не хочет меня грызть, а скинуть именно. Там еще одна, значит, сидит. Но смысл стрелять через машину. Что мы здесь находим? Здесь мы находим... Азот. Это для модификации нашего байка. Как обычно, Лара на месте ничего не может сделать. Обязательно и в полевых условиях все приходится делать. Из дома тот же ломик не могла взять. Обязательно надо все искать. Так, сейчас я не пойду через эту здоровую саранчу. Здесь где-то есть лаз. Я через этот лаз... перелезу. Но, походу, это только себе дороже будет. Не нравится мне эта затея. Зря я, конечно, сюда полезла. Это все из-за жадности, из-за своей непомерной. Ну и что мы найдем здесь? Свечи и... аптечка да стрелы. Ну ладно, хоть стрел немножечко прибавится. Ну, как обычно вообще.
Из-за одного предмета тратишь больше. Еще мыши эти. Как будто мне саранчи мало. Блин, сейчас опять прилетит рой. Ой, мамочки, сколько их. Кошмар. Ой, кошмар какой. Да отстань. Твоему мотоциклу будет нужно больше мощности, чтобы справиться с препятствиями. Баллон оксида азота, прикрепленный к карбюратору, поможет нам. Иди, принеси мне коды. Сейчас принесу. Все принесу тебе. Просто не все сразу же делается. Он, наверное, уже здесь. Этот здоровяк. Ну ладно, сейчас уже не важно. Я на мотоцикле от него уеду. Слышу, как он дышит. Жесть! Опять приперся! Вот этот здоровяк! Откуда он только здесь взялся, а? Отстань! Я поехала. Продолжение следует. Спасибо всем за внимание, за просмотр. С вами была Миссионер Джейн. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Посетите мои творческие страницы ВКонтакте и на YouTube. Ссылки найдете под видео или в шапке канала. Еще раз спасибо всем огромное за внимание. И до новых скорых встреч, друзья!